Новые детские мультфильмы. Вы не можете угодить всем. Эта маленькая сказка научит вас тому, что вы не можете угодить всем. Жил-был старик вместе со своим сыном. Однажды решили они продать свою лошадь на рынке. Они отправились в путь. Когда мимо них проходил сосед, он сказал: «Вы, глупцы, ведь лошадь для того, чтобы на ней ехать, а вы просто идете рядом». Старик подумал: «Это правда». Посадил сына на лошадь, и они продолжили свой путь. Скоро по дороге им встретилась группа людей. Увидев их, они стали смеяться. «Посмотрите, какой ленивый мальчик сам едет на лошади, когда его старый отец идет пешком». Старик подумал: «Это правда, как глупо». Снял с лошади сына и сел на лошадку сам. Но далеко они не ушли. Мимо проходили две женщины и стали стыдить старика. «Позор тебе, ленивый человек. Сам едешь на лошади, а твой маленький сын идет пешком по грязи». Старик подумал: «Это правда». Поднял своего сына и посадил перед собой на лошадь. И вот они пришли в город, в котором проводилась ярмарка. Прохожие стали смеяться над ними и показывать на них пальцем. Старик остановился и спросил: «Люди, почему вы смеетесь?» Они ответили: «Как тебе не стыдно? Ты и твой сын издеваетесь над животным. Бедная маленькая лошадка». Старик и мальчик остановились и стали думать, как им быть. Они думали, пока, наконец, не придумали. Они срубили дерево и привязали ноги лошади к дереву. Потом подняли дерево, и лошадь оказалась у них на плечах. Когда они проходили по улицам города, все люди смеялись над ними. На мосту возле рынка лошадь случайно толкнула мальчика, он не удержал ее. Она упала в реку. Связанные ноги не дали ей плыть, и она утонула. Отец расстроился, но, подумав, сказал сыну: «Это научит нас с тобой не слушать всех, а думать своей головой».